Этот митинг реквием завершен сегодня, но он не может завершиться никогда. Я благодарю вас всех, кто в этот ненастный день, в эту умершую, но живущую в наших сердцах деревеньку, приехал сюда. Вы должны помнить, пока мы приходим к памятникам и святыням нашей Беларуси, мы люди. Значит, мы будем жить и будет существовать наша страна. Как только мы забудем эти тропы, эти дороги к этим святым местам, мы погибнем как народ и как нация. Приходите сюда, приводите своих детей, чтобы они понимали и ценили нашу жизнь. Спасибо вам, здоровья вам и вашим детишкам.